Итак, всем привет, и мы продолжаем прохождение игры God of War на PSP. Так, на чем остановились? Мы завалили эту грызлу, оторвали ему нижнюю челюсть, и упало какое-то солнце с неба. Ну и Кратос любопытный, хочет это, конечно, посмотреть и проверить. При этом открою сначала ящик. Получаем перо. Так, и нам маленько, конечно, тут прокачки каким-то делать для меча. Так, это магия. Понятно. Так, это комбинацию показывать. Это еще раз. Что у нас есть вот так. Так много у нас так ничего нету. Ну, на чем тогда с этого хотя бы. Так. На L и квадратик. В воздухе L и квадратик. Новая комбинация у нас. Так, сколько у нас еще там осталось? А, залим все, что есть. Тысяча 800 осталось, так, ладно. Так, и квадратик. Вот она, плетка. Побежали. Так, save point. Конечно. Побегли дальше. Опа. Какие зомбаки. На тебе. Это профилактики. Бедняжка. О, нифига тут крови. Так. Здесь у нас что? Пару ящиков, это хорошо. На тебе. На, побежал. Да, это Спарта, блин. Обожаю эту плетку, кошмар. Понятно. Да что вот? Говорят, что туман живой. Kratos spürte Morpheus Macht in Form einer seltsamen Melodie, die ihn verfolgte. Так, короче, Типан, который упал, его зовут Морфойс. Прямо к нему в гости сходим. Давай, 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 давай. Беги. Bleib in dem Inferno!
тобой, наверное, возьму. Можно, нет? Нет, ладно. Здрасте, жопа Новый год. А, давай, давай. На тебе, блин. Я обезглавие, блин. Кто у нас тут? Факел. Давай не будем. Отстань, блин. Так, и закрыть, короче, надо, чтобы эти придурки там не вылазили. Давай, закрыли, не закрыли. Ах, не успели фаталити сделать. Горели. Так, берем факел, и там мы увидели копешку с соломой, или тележку с соломой. Наш смелый Кратос. Да, для PSP, конечно, очень красиво это сделали. Воу-воу-воу-воу-воу, свалим назад. Так, ну что там что-то слышу, где-то он тут стреляет. Не могу понять, где. Ладно, пойдем дальше, пройдемся. Ай, блин. А вон он стреляет. Пошел в жопу, блин. Еще одно перо нам осталось найти. Ах ты ж, ё-моё. Брысь, блин, ё-моё. Давай, и магия. Бум. Еще раз. Бум. И плетка. Бум. Да. Сдулась киска. Так, не поняла. Окей.
Так, что накопилось? 2100, так. Сейчас мы это туда дольем. Так, мощный удар. Раз так, треугольника, комбинации повезли треугольника. Сейчас пробуем. Окей. Ладно. Окей. Сейфпоинт. А, очередная загадка. Und als Kratos sich dem Tempel nähert, erkannte er, dass seine Aufgabe größer war, als geahnt hatte. Erneut erklang die seltsam schwebende Melodie durch Morpheus' schwarzen Nebel hindurch. Und verfolgte Kratos. На, блин, тебе. Порву, блин. Так, подожди, точно. Камушки разбиваешь, тоже можно. Чего у нас тут-то? Хрена пока лезь. Давай, лезь. Der Tempel, auf dem Kratos stand, war der Sonnenwagen des Helios. Здорово. Denn die Feuergrosse täglich durch den Himmel zogen, damit das Licht des Helios auf die Menschheit herabscheinen konnte. Kratos. Athene, was bedeutet das alles? Kratos, die Zeit ist sehr knapp. Der Olymp braucht dich. Ich habe genug von den Wünschen der Götter. Ich habe alles getan. Befreie mich endlich von diesen Albträumen, Athene. Nicht du kannst bestimmen, wann dein Dienst für uns endet. Du wirst dir deine Freiheit verdienen, mit der Zeit. Doch jetzt braucht der Olymp deine bedingungslose Loyalität. Der Gott der Sonne, er wurde vom Himmel geraubt. Der Tempel, auf dem du stehst, ist Helios Sonnenwagen. Ohne ihren Herrn an den Zügeln haben die feurigen Rosse den Sonnenwagen zum Absturz gebracht. Und ohne Helios hindert niemand Morpheus daran, die Macht für immer an sich zu reißen. Viele Götter sind in einem tiefen Schlaf gefallen. Bald werden alle dem finsteren Griff des Morpheus erliegen. Was soll ich dagegen tun? Du musst Helios finden und ihn zurück in den Himmel bringen. Sonst ist die Welt der Götter... Und die der Menschen für immer verloren. Nur sein Licht kann sie schmälern. Die Macht des Mordes. Athene! Athene! Короче, от нас хотят, чтобы мы Хелиоса этого нашли и назад увернули на небеса. Или будет конец их там богам и всему человечеству.
Так, ящичек. Глазик. Так, туда пока нельзя. Что у нас тут-то? Тоже обрыв. Получается прямо, там сейф поинт. Горшок. Так, маленько энергии. Так, не помню, это что, лифт нас ведет вниз? Так, мы наверху там не были. Надо бы еще проверить. Сейфнуться. Нет, нет, еще пока не идем. И что-то тоже будет, как вижу. Не бьются, не ломается. Получается, здесь тоже что-то будет, точно еще не помню что. Ну, узнаем со временем. Поехали. А это наверх, я думал вниз. Ах ты ж, ёп! Бросок! Ха-ха! Козлы! А, ну-ка иди сюда, фаталит там классно был. Не, иди сюда. Да ёп! Наконец-то! Подрезал барана. Так, у нас получается закрыто. Еще баран. Плетка. Вау, вау. Вау, вау, нифига они шустрые. И до свидания. И до свидания, блин. Шашлык. Да. А, понятно. Вот они, эти ворота. Как мы видим, не только просто бежишь там, берешься, убиваешь кого-то. Еще маленькое думать заставляет. Знать бы мне, кто этот красный, это черт. Ну-ка, иди за. На, хотя моя комбинация. Да бросай нахрен. Ха-ха. Ладно, побавлюсь, хватит. А, наоборот. Теперь.
Иди сюда, барашка. Да. Ай, кипик, поймай. Тут, блядь. Баран, иди сюда. Порвали на воздухе, да. Давай, зеленки. Вот так. Маленькая энергия. Да, уже длинная серия комбинаций получается. Мы открыли. Интересно, открылось здесь. Компаунд. Ох, ёпт. Ладно, только налево. Вот тогда пишли налево. Сейчас он 2000 собралось. Посмотрим, что с залитым слотом, нет? Нет, на 3500. Так, что у нас? Ах ты ж, ё-мо. Буду топтать вас. Это я еще помню, а то, блин, на Зоеве хрен отстанете, на. Так затопчу, блин. Да? Тут открылось. Так, понятно. Но мы еще пока не зайдем, побегаем тут. Может, еще что найдем интересного. Короче, описание этого темпеля. Слева, друга справа. А там сейф поинт. Сначала туда сходим. Эти красы все равно важно собирать для прокачки скилла, можно сказать. Ага. Ладненько. Сейчас зальем энергию. Давай. А, так. Короче, демона вызываешь, на ноль нажимаем, и он хреначит. Понятно.
Ух ты, золотой какой. Да, блин, одно убили. Вау. На пополам. Так. Успокоились. Да, выходи. Ах, я реди мне его. Темпль так темпль. А там чё? Уже не помню, мне кажется, без разницы, сначала лево-право, то пробежаться можно. Понятно. Один упал. Ох ты ж, ёп. Загайся, давай, 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 Кратос. Ау-ау-ау-ау-ау-ау, нос нафиг. Офигеть. Так, рестунг. Такой мини-босс получается. Да, быстро что-то. Быстро он слился. Больной прыжок. Ха. Так, тут 10 тысяч надо, тут нужно нам 8 тысяч. Здрасте. А, не. Просто нолик нажать надо.
Прежде чем в середину пойду, я сначала проверю все. Не забыли мы ли тут что? Так, и опять мультик. Danke für dein Kommen, Geist Spartas. Der Titan Atlas wurde aus dem Tartarus befreit und er hat meinen Bruder Helios aus seinem Platz am Himmel geraubt. Was will Atlas mit dem Sonnengott? Atlas. Helios trägt die Macht der Sonne in sich. Titan. Die Macht ist so groß, sie könnte die Welt vernichten. Sie darf nicht in den Händen eines Titanen bleiben. Bitte, nimm den Sonnenschild von seinem Thron. Geh durch die Tore des Olymps. Dort findest du mich. Jetzt geh, Kratos. Beeil dich. Atlas fügt meinem Bruder großes Leid zu. Короче, он может отвалить за Титаном. Нет, что-то я забыл тут, по-моему. Уже точно не помню. Говорит, возьми у меня солнце. Вон солнце, оно не моргает. Я бы с удовольствием. Так. Понять не могу, как мне туда пройти теперь. Тоже все закрыто. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Топай. В их сандали. Блин, что за хрень? Должно что-то быть. А, вон. Что-то таки есть? Нет, ладно. Уже 6 штук. Тут открылось. Ну-ка пойдем посмотрим, что там. Тут-то и ничего. Облом, ну ладно. На локации, конечно, красиво мне сделано. Почитаем. Говорит, только солнце может открыть его на ворота там какие-то. А-а-а. Так, теперь у нас есть щит, солнечный щит. Thank you.
Ну, ага. Короче, контратак термо делает. Да, она попала. На воздухе, бля, порвали. Так, теперь можешь на ворота открыть. Нельзя ничего ломать. Ну, это можно ломать. А тут этих. Этих душ тут потерянных куча. Прям кто-то их в ящиках для меня попрятал. Так, пятый глаз. У нас добавляется жизненная полоса. Короче, мы сбегали тут такой кружочек. Открывали тут все ящики. Делаем сейф. И на этом, скажем, сделаем стоп второй серии. Заранее спасибо за просмотр. До скорой встречи. Всем пока.